Снова привет! С вами Секретики. Сегодня мы с вами будем делать яркие, красивые браслетики, чтобы они нам поднимали настроение каждый день. Для начала давайте друг с другом познакомимся и расскажем друг другу, кто какие украшения любит носить. Меня зовут Варя, мне 6 лет. Я люблю носить больше ожерелья и какие-нибудь браслетики цветные. Всем привет! Меня зовут Полина. Мне 8 лет. Я люблю носить всякие украшения. Я люблю и кольца, и бусы, и браслеты. Всем привет, меня зовут Карина, мне 9 лет. Я люблю носить всякие разные браслеты. Привет, меня зовут Кирилл, мне 5 лет. Я люблю носить цепочки. Сегодня у нас у каждого появится по одному яркому браслету. Давайте посмотрим, с чем мы сегодня будем работать. Это у нас 3 цвета атласных ленточек, красивые кулончики в виде монетки с изображением дракона и ножницы. Давайте мы с вами начнем с того, что каждый себе возьмет по одной ленте каждого цвета. Итого у вас должно получиться 3 ленточки в руке. Красная, голубая и желтая. Возьмите каждую ленточку за начало. Вот так. Сейчас мы с вами завязываем узел. Наматываем петельку на пальцы. И в эту петельку просовываем 3 хвостика. Мы делаем этот узел 2 раза на одном месте. Повторяю еще раз. Вокруг пальцев вы обматываете ленточку. И просовываете 3 хвостика в эту петельку. Чтобы у вас получилось 2 узла на одном месте, чтобы получился один большой узелочек. Этот узелочек у нас будет частью застежки. Вот что у вас должно получиться. Один крупный узел, из которого идут 3 длинных ленточки. Излишки мы с вами обрежем, оставим по 1 сантиметрику, вот так. И сейчас мы с вами будем плести косичку, начиная от этого узелочка. Для этого в руках мы держим и заплетаем косичку. Я думаю, что девочкам будет просто. Насчет Кирилла давайте посмотрим. Если что, я думаю, что мы ему поможем. Вот, косичка, когда у нас переплетаются контрастные яркие ленточки, то очень яркий шнурочек получается. И продолжаем плести. Примерно сантиметров 8-10 проплетем. Сделаем паузу для того, чтобы прицепить туда кулончик. Когда вы сплели сантиметров 6-7 браслетика, берете ленточку любого цвета, делаете там острый срез и продеваете в эту ленточку кулончик. И затем продолжаете плести косичку в прежнем режиме. И у вас кулончик получается, он прямо крепко заплетен в косичку и уже никуда не выскользнет. Музыка.
Вы сплели косичку, которая начинается у вас с большого узелка. Посерединке примерно у вас кулончик. Затем вы доплели до того момента, когда у вас браслетик по руке. Теперь на том месте, где вы решили остановиться, вы делаете еще раз такой же узелок из одного узелка, который мы делали в самом начале. Он у вас зафиксирует косичку, чтобы она не расплелась. И затем через один сантиметрик вам надо будет сделать еще один узелок. Сейчас я покажу на примере и объясню, для чего он нужен. И обрезаем излишки. Смотрите, какая конструкция получилась. Здесь петелька, а здесь узелочек. Когда вы на руку будете надевать, вы в эту петельку просовываете узелочек. И у вас браслетик держится. Итак, как у нас застегивается браслет? На одной стороне у нас большой узелок у каждого, да? На второй между двумя узелками такая петелька. И застежка у нас служит. А узелок просунутый в петельку. Вот таким вот образом. Давайте сейчас друг другу поможем надеть браслетики. Такие же браслетики вы можете делать дома из толстых вязальных ниток. И, например, просовывая вместо такой подвески, например, пуговку. Или какой-нибудь, может быть, у мамы одна сережка потерялась, а вторая осталась. И вы тоже можете ее сюда использовать. Давайте покажем друг другу, у кого что получилось. Давайте поделимся впечатлениями. Было ли это вам сложно делать такой браслет? И будете ли вы это дома повторять? Это было ужасно сложно, потому что я не умею первое плести косу и завязывать вот такой бантик. Да, ты поняла, да, сколько работы тебе надо будет еще дома проделать, да, чтобы научиться такие браслетики плести. Но я думаю, у тебя все получится. Угу. Мне понравилось делать браслет, но мне это было несложно. Угу. Ты будешь носить в школу этот браслет? Да. Мне понравилось делать браслет. Я думала, что мне это было не очень так сложно. Мне понравилось делать браслет. Мне это было очень сложно. Угу. Ну, я думаю, что ты дома еще потренируешься и сможешь для мамы сделать и для своих подружек тоже такие браслетики сделать. Угу. На сегодня наше занятие с браслетиками завершено. Я надеюсь, что дома вы тоже будете делать такие браслеты. Они, в принципе, не очень сложные, если вы умеете делать косички. На этом все. До встречи на программе «Секретики!» Магазин товаров для творчества и хобби «Арт Сундучок» приглашает взрослых и детей посетить мастер-классы. Вы можете закрепить уже имеющиеся навыки или научиться чему-то новому. Мы поможем сделать ваши руки золотыми.